привет. Моя машиночка замерзла, и замочек у нее вот не поворачивается, и все. Я пробовал разные методы. Пробовал старый дедовский метод дыхания дракона. Подышал, все равно не помогло. Потом попробовал метод Айболита, приложил ему грелочку к больному месту, но грелка тоже не помогла. Расставила вокруг замка все, но замок все равно не открывается. Вот я его мучаю. Вот, в итоге пошел купил вот такую вот фигню. Называется К2-07. В общем, так сейчас будем пробовать, поможет ли оно. Сейчас еще разочек. Наверное, надо будет немножечко подождать. Ну ладно, пробуем. Пока что результат нулевой. Сейчас, эта дверь у меня примерзла, сейчас вот тут попробуем. Да я боюсь там замок поломать. О, открылась. Круто помогло. В общем, вот такая вот фигня. Называется К207. Что-то напишем на каким-то шпрехензе. Фиг пойми кто. Вот. Так что, если что, показывается хорошая штука. Все, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на моем канале и увидите еще много полезного, интересного видео. Всем пока! Everybody look at me, everybody feel the sea. Up.